И снова здрасте. Продолжаем разведывательные операции. Вчера были на урочище, помните, да, где были? А ну там, метров 700. То есть мы уехали еще глубже. То есть до реки здесь остается. Дорога поворачивает, вот этот накат когда-то, ну вон он. Поворачивает, уходит обратно левее. А река там, куда мы, собственно, и хотим пройти. Здесь начинаются деревья, здесь березняк, он за моей спиной, это бывшие поля, я так понимаю, на которых обязательно что-то есть, но нам туда не надо. Вот, уходим сейчас в сторону реки, собираемся. О, вкрячили машинку. Мусор все равно есть. Да мусор, блин, здесь где год свиньи. Что тут можно сказать, вон, согнали в кустики. Здесь такой уютный уголок такой. Урочище вон там. Вон где кончается, вот там на горизонте. Вот. Вот. Ладно, лезем смотреть, что из этого выйдет. Приближаемся к реке. Такие вот выворотни здесь. Вон еще один. Вон там берег уже. Пока только немногочисленная чернина, но советских времен. Вот. Ну, тут надо искать, тут леса-то большие. Ну что, друзья, мы до нее дошли. На самом деле такое место-то глухое-глухое. Мишки здесь гуляют. Мишки гуляют, здесь много кто гуляет. В последнее время они были на той стороне. На той, да. Но им перевалиться через этот ручей, в который превратилась река. А ведь смотри, вон она, считай, вот до туда, она широкая. Берег была. Берег был, да, она широкая была. Так она была и, насколько я понимаю, судоходная. Ну, малые суда. Короче, сейчас будем смотреть берега. Вон высокий берег. Здесь пока туда что посмотрим. Ничего нет интересного. Туда ниже идет. Туда низина, и там, между прочим, мох начинается такой мокрый, там болото. Угу. Что говорю. И выворотни вот эти кругом. Деревья не выдерживают. И падают. Давно мы сюда хотели залезть. Очень давно. Да. Вот и залезли. Но все время нас что-то отвлекало. И теперь залезли. Ладно, будем смотреть. Не факт, что что-то будет. С первого раза, сами знаете. Хотя бы дошли, и то хорошо. Ага. То есть вот эта вот низина, вот эта болотина, ага, по прямой туда идет. Это была граница надела внутреннего. Ага. Ясно. Ну, 15 метров. Ну, сейчас здесь посмотрим, вон туда поднимемся наверх. Нашли какую-то хренулину. Тяжеленькая. Звенел как монета. Сейчас покажу. Я не знаю, от чего это. Ребят, пишите, если кто видел такое. От чего оно? Там по суше. С-12. Внутри вроде как тоже что-то есть. Как заглушка, что ли, какая-то. Черт его знает. Здесь на самом деле, смотрите, приглядеться, очень хорошо видно проем между деревьями. Сейчас зелени мало. Вот. По карте, по старой, дорога шла чуть-чуть левее. Там покрутились, где переправа была, только желез, больше ничего. Вот. Иду сейчас с этой дороги. Уга гирька. Это уже интересно. Сейчас покажу. О. Такая вот. Симпатичная. Сложно в таких лесах сразу с первого раза что-то понять. Но мы постараемся. Да, друзья, все-таки, скорее всего, это дорога. Очень много железа. Разного, разнообразного. И советского, и кованого, и что только нету. Короче, следующий сигнальчик давненько не попадался. Там хорошо. И что там, непонятно? Непонятно, но... Сейчас я, может, на камеру увижу. Короче, перстенек. Перстенечек. Что-то нарисовано. Посмотрим. Сейчас приближу. Вопрос.
что это нарисовано. А если так? Если так, где мой инструмент? Как будто зверюшка какая-то. А может и нет. Ну, там что-то написано и нарисовано. Так, бока резные. Ну, короче, ребят, вот такое вот колечко, перстенек. Вообще зачет, кайф, когда такие вещи находишь. Их немного в лесу, но это прям бомбически. Ходи здесь, вон гирька там, здесь перстенек. Ох, друзья, сейчас очередная. Третий сигнал с этой дороги цветной. Третья находка. Смотрите, какой красавец. Длинносый. Я покажу. Оп. Крупный. Длинносный крест. Кольцо Велеса. Красавец. Обратная сторона гладенькая. Давно здесь лежит, нас ждет. Забираем. Хорошо. Кайф. Так, друзья, вылезли из леса. К сожалению, время осеннее неумолимо. Быстро бежит. Решили сходить вот туда, где вчера чешую нашел. А идти по накату. Ну или здесь вот можно, кстати говоря, попробовать пройти. Ну, с наката выскочила очередная гирочка. Целенькая. Замечательная. Друзья, короче говоря, переехали мы чуть-чуть на место, где... В прошлом видео нашли Николая II полкопейки. Вот где-то здесь. Ну и нам опять зачет вылетает. Короче, перстак серебряный. Ну не перстак, перстенек. Но он шикарный, он целый. С каким-то сердечком, с каким-то стрелочком. Смотрите, какая хреновина. Сейчас. 84-е мастеровое там, вот клеймо мастера. Вот. Вот это находочка. Вот проба. И клеймо еще. Где-то еще клеймо должно быть. А, вот клеймо. И, Д. Не, по-моему, Р и краткое. Не пойму. Непонятно. Сейчас, ладно. Ну, короче говоря, шикарно. Ну что, лайкосики, мы заслужили. Ха-ха-ха. Тянуло меня этот уголок. И, Д какой-то. И, Д, да, едем. Оттуда уже просто уже смеркается. Думаю, давай-ка остановимся здесь, походим. Походили. Ух. Ой, выбираемся из травы. Все, два дня я нылся, блин. Где же советики-то? Вот они. 20 копеек, щитовик. И что-то там еще звенит. Сейчас посмотрим. Кто там? Не знаю, щитовик, наверное. Щитовичок. И душечка 29-го года еще. И что-то, мне кажется, там еще звенит. Сейчас посмотрим. Вылезли. Ну все, друзья, на сегодня хватит. Подустали маленечко так лазить-то. Сколько, интересно, находили. Но это ладно. Вот. Отчетик сниму. Давно, кстати, мы этого не делали. Ленин, наверное. Значок какой-то наш. Просто понять не могу. Находок немного, но находки зачетные. Прям шикарные. Ну, гирички, пуговка со звездой, наперсочек. Крестяра. Бумажка вся. Там внутри бумажка, она вся сгнила. Да? Короче, значок советский какой-то. Три ранних совета, крестяра зачетная, абсолютно огненосная. Ну и два перстня, особенно серебряный, вообще прям огнище. Вот. Завтра у нас еще один денек. Ух, куда мы будем путь держать? Мы еще пока не решили.
Засим откланиваюсь. Спасибо, что с нами гуляли. Мы для вас все нашли. Вы посмотрели. Ну и для нас тоже. Вы посмотрели, мы показали. Спасибо, что с нами ходили еще раз. Всем здоровья и пока.